от него. Я пошел прогуляться. Подошел. И вот посмотри, какое растение. Вот она больше метра так, но круглая. Больше метра так. Возьми его, Никита, рукой. Попробуй. Не хочу. Не будешь. Так, Сергей, возьми. Через рукавичку или как? Маленько. Так, подожди. Вот, покажи теперь перед телевизором. Жирное такое. И очень сильные колючки. Вот так вот тронь вот это вот место. А ты испугался. Никита боится боли. Самый сильный. Теперь покажи. Вот. Чего ты боишься так уже? Крапивы. Это... Я думал, ты колючку наоборот к себе. Не бросай только ее. Это единственное. Я не видел, сколько жил здесь. Откуда это взялось чудо такое? Посмотри, какая разлапистая. Сколько всю жизнь удивляюсь и не могу надивиться. Сколько у Бога чудес. Это рядом вот лагерь. Покажи храм. Вот мы идем на обед. Сегодня нас дождик, ну не меньше 10 раз мочил. И мы под выступом тут бульдозер забрал землю-то и спрятали, с той стороны идет, когда. Все, уходим показать. Я даже название его не знаю. Может, кто-то сообщит. Вот. И при том очень сильно вот эта колючка плотная стоит у него. Вот. Как она дает. Видишь, какие? Посчитать даже невозможно, сколько у него таких отростков. И никуда дальше не растет. Побрось. Так, техники, куда ты делаешь? Уже бросил. А ты бы в гербарии его взял. Это редкое, супер редкое растение такое. И все, забросил. Забирай гербарий. Чего бросил? Хотя своим показал. По самой корню рви-то. Понимаешь, что какие вы неинтересные. Больше не лезь. Ты его портишь и ничего нет. Надо найти, где у него корешок длинный. Да подошел, рванул, пошел. Вот в этом вся наша разница. Я всю жизнь удивляюсь. А вы как-то сразу раз и оторвал и пошел. А отрывать-то не надо. Просто так. А вот смотри. Руку туда почти. Вот он какой длинный-то. Вот теперь я его оторвал. Голой рукой попробуй эти колючки. Не бойся, не умрешь. Чувствуешь? Никита, попробуй колючки. Не надо давить, а попробуй только за день. Ничего? Ничего, нормально. Они не как крапива, они не жгут. Она не жгет, ничего нет. Просто у ней оборона очень сильная. Какая она жирная. Может быть, она от каких-то болезней. От того, от чего не можем вылечить. Ничего не знаем, оторвал, пошел. Ты глянь, какая она. Сверху. Наклонись вниз, чтобы видно было. На уровне ее. Встань. Она до колен даже не достает, в середине. Вот она какая. Вот кто знает, будет смотреть и скажите, что это за растение. Я, местные жители, такого растения не видал здесь. Откуда она взялась? Что это за яма? Тоже не знаю. Но явно дело, что это происхождение с человеком. Так, уходим на обед. Все, Володенька, заряжай аппарат, походи.